Привет, братцы рыбаки! Сейчас я вам покажу, как приготовить очень простую, но в то же время отлично работающую зимнюю прикормку на плотву и другую мирную рыбу. Для ее приготовления мне понадобятся панировочные пшеничные сухари 200 грамм, жареные семечки, стакан 200 грамм. Брал я их самые дешевые на птичьем рынке, потом сам пожарил. 100 грамм манной крупы, ванилин пакетик. И на любом хлебзаводе можно приобрести крошку от печенья, она стоит тоже там копейки. Крошки понадобятся тоже 200 грамм. Ну и для приготовления также потребуется мясорубка. Для начала перемалываем все семечки вместе с шелухой. Затем также перемалываем печенье. Добавляем 100 грамм манки. Манка придает прикормке муть. Сюда же высыпаем панировочные сухари. И добавляем пакетик ванилина. Теперь все это дело надо хорошо перемешать, и прикормка готова. Запах шикарный. Рыбе она точно понравится. Теперь остается непосредственно перед самой рыбалкой размочить эту прикормку водой и добавить сюда кормового мотыля. И все, поверьте, у вас получится. Рыба будет клевать отменно. Как вы убедились, все очень просто, быстро, дешево, а главное, эта прикормка отлично работает. Так что берите на заметку. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!